Риксос Премиум Магавиш. Лучший отель Хургады. Риксос – это турецкая сеть отелей. Один из новых отелей. Семейный. Так встречают гостей. Шампанское, санитайзеры, салфетки, соки. Турецкий кофе. Бар, алкоголь здесь полностью импортный. Турецкий азиатский ресторан. Номера с выходом в России. Виллы и сьюты. Территория не очень зеленая пока, потому что отель недавно открылся. Но озеленение продолжает. Каждый день что-то они сажают, озеленяют. Это как Sky Bar. Премиальные напитки все. На данный момент 10% гостей проживает в отеле. Минимальная категория номера. Душ. Сьют с видом на сад. Это минимальная категория номера. Диван. Мини-бар. Чай, кофе, чипсы. Вино, швепс, пиво, вода. Номера с выходом в бассейн. Бассейны во всех лагунах подогреваются. Лагун Свимап Сьют с выходом в лагуну. Ближе всего к морю.
Категория пул вилла. Две комнаты, спальня. Экзекьютив пул вилла, 5 плюс 2, 3 спальни, батлер, фаст-трек. Еще один санузел. Гардероб. Два мужа тут, я не поняла. Гостиная. Кофемашина, вода, мини-бар, выход в бассейн, лежаки. На территории есть конюшни. Можно покататься на лошади, стоит 35 евро с человека. Если вы отдыхаете на вилле, то 30 минут в день можно кататься на лошади бесплатно. Такие лошадки. Элла. Малыш.